Блин, они меня окружили втроем. Меня убить пытаются. Чё они делают? А они хитрые. Готовят салат с помидорками. Я потусы похаваю. Я сама пчелка. Давай кольнемся. Так, наковальня, дай мне денег. Ого, сундуки. Очень люблю сундуки наблюдать. Я в сундуке спрятался. Блин, я себя зафигачил. Кажется, религию поменяли. Клуб летающий. Сейчас инопланетянин прилетел. Убирай свой баклажан. Не пугай так, страшно же. Меня Саб-Зиро победил. Вы с миндалькой-то в одной автошколе. Мне так жалко. Блин, я просмотрел сундук. Эх, обидно. Кастада, ты не заметила, какой там сундук нужен? Не, они что-то в моменте как-то сильно перемешались. Я... Ой, ой, и как играть теперь? Что, как закрыть карту? Я карта. Ой, Саб-Зиро напал, блин, обидно. Два баклажана в подарок, спасибо. Ой. Еноты катаются на енотах, что? Боже, почему все хотят взорвать, ударить миндальку? Мне ее так жалко. Бедная миндалька. Да, ух ты, меня убить пытаются. Нет! О! На тебя напали, жесть. Вообще. Ты что, пчелок не уважаешь? Нет, я сама пчелка. А, тогда уважаем. О, хилка сюда. О, еще хил. Достойно. Капец, подряд подкидывают. Ужас. Ой, больной меня Саб-Зиро победил. Ой, я такой стою, смотрю, ого, сундуки, жесть. Это блокировка, ага. Все, храм закрыт на посещение. Ты не пройдешь! Понимаю. Блин, тоже Саб-Зиро напал, жесть. Что-то он агрессивный сегодня. Проиграл Скорпиону. Да блин, опять храм закрыли, да ё-моё. У него никто сходить не успел помолиться. Ну как обычно, ну мне тупо не везет с этими подарками. Я в сундуке, кого ты бьешь? Я в сундуке спрятался. Гений, блин. Куда его? Давай, родной. Здесь нужен взрыв очень лютейший. Ура! О! Сюда! Блин, я сейчас сколько можно? Сколько у них этих улиц? Ой, повезло. Так они из пасеки пришли просто. Тех пчел собрали, теперь разбрасывают с ними. Ужас. Копатыча ограбили, кошмар, вообще не говори. Я смотрю, вы с миндалькой-то в одной автошколе учились, да? Неплохо. Куда погнала? Меня подожди. Блин, нет, мы проиграли. Ну, ё-моё, а чё? Я же первое место занял. Почему я не... А чё, он сразу двоих телепортнулся? О, да. Что со мной было? Я там в лепёшку лежал. О, снова открываем храм. Забавно, что мы только его открываем, а они его закрывают. Чё тут заспавнился с Даниэлем? Отстань от меня. Это мой дробовик. Да куда? Я только заспавнился. Да куда? Нет, что ты делаешь? Все, столько ключей потеряно. А почему я здесь? Ой, блин, я забыл, что здесь спавнится же в другом месте. Я еще и в текстуру камня залез, неплохо. Эх, а чё? Он проигнорил, серьезно? Не, ну чел гений. То есть они нас телепортировали, мешали нам. А в итоге сундук даже не стали подбирать. Ясно, они просто стрим растягивают, хотят поиграть подольше. А тот сундук-то он есть или его сейчас в целом нет? А вот он стоит вроде как. Э, а чё, почему? А в чём прозрачен стал? А в чём прозрачность? Серьезно? Поясни за прозрачность. О, привет! А. О, молодой! Ура. Лети по прямой. Ай, блин, я в итоге улетел. О, туда его. Лети в космос. О боже, опять. Кибербуллинг. Какой баклажан? Убирай свой баклажан отсюда. Жесть. Все, еще одна смерть на этой клетке. Это она проклятая. Нет, блин, надо было воспользоваться кактусом. Все погибают на старте, ё-моё. Что-то там старт какой-то. Вообще проклятое место. Чё? Ура, ничего. Ура!
А, в смысле, не понял. А? В смысле? Они же пустой открыли. Вот это прикол, вот это я не понял прикола сейчас, вот это вообще не понял. Капец. Ну это просто вообще, что это такое? Чё это за фигня? Ну мы проигрываем 20-0, уже 22. Капец, это ужас. 23-1. Как там еще один умудрились закинуть? Да что такое? Это что за кибербуллинг? Вообще, миндаль только заспавнила сразу в этом. Надо кактус сразу нацеплять. Ой, труп миндальки лежит. Кактус, а кактус? Была я карта, потом будет я кактус. Ой, блин. Ура! Вот это вот достойно, а не то, что там боты читерят себе сундук, блин, пустой, блин, фармят. Опять стоишь, смотришь, да? Да, очень люблю сундуки наблюдать. Очень интересно, крутятся. Значит, не в ту сторону смотришь. Да, и меня просто косоглазие, нормально. Скосило немного после атак ботов. А ты, кстати, встала на клетку... А, вот, все, понял. Че? А почему он тут оказался? Что? А что происходит? А сундуки по второму разу спавнятся. Они заспавнились? Ты прошла, получила урон, и снова сундуки начали спавниться. Ой, блин, ну почему? О, как дела в коробке? Ой, что-то не надо везет. Кактус опять нацепить. Ну как опять? Первый раз. Да блин, реально кибербуллинг. Да, ну, все, обязательно кактус использовать надо. Да ну ё-моё, ещё и тырят. Ой, блин. Понимаю. Ух, ну сейчас битва. Туда их, правильно. Туда сразу двоих. Можем отомстить им за все, что. Да, было. Вообще, за каждую мини-игру. Чел какой-то один лежит синий. Че, блин? А, ага. Вот так вот. Он реально по кругу гуляет. Ой, капец. Опять эти ваши машины, да ё-моё. На права сдавать не буду, понятно. Наоборот, у тебя на права получится сдать тогда. Ой, как много у нас баклажан. Коллекция, можешь салат баклажановый приготовить. Ты сможешь. Даниэль, лови салат. Нет. Даем. Ну да, его задело, кстати, все равно. Нормально. Нормально. Блин. Ой. Вот тебе Assassin's Creed Shadows, ё-моё. Это кто тут? О, блин, они меня окружили втроем. Что делают? Жесть. 5 баклажан? Да сколько можно? Ну куда? Ну уже 7 штук. Я не понимаю. Куда столько их? Зачем? Так, давай миндалька, собирай сундучок. Нет. Прикол. Игра подкручивает ботом, понимаю. Ага. Я тебя поняла, игра. Все, харакири. Блин, я себя зафигачил. Тем тоже хочет туда, видать, в смешную нарезку попасть. Нет. В этот раз уже они открывают, ладно. Кажется, религию поменяли, блин. Что делается? О, ты чё, блин? Понимаю. Улетели. Ё-моё. Ура! Победа! Воины разрушающего шара. Вот они, слева направо. Идите там, молодые. На тебя. И тебе. Ой. Извини. Ай! Лучше я буду вот это. Вот тут сидеть. Капец, что с ногами? Что с ногами? Чего у него так ноги дрыгаются? Я потом сыр похаваю. Приятного аппетита. Что-то маловато, ну ладно. Блин. Всех нарезали здесь, жесть. Готовят салат с помидорками. Блин. Реально салат с помидорками. Неплохо. Где я? Я лечу, я не вижу. А как управлять? А я умер? А, понял. А я, блин, на зеленых смотрю. Ёлки-палки. Ой, извините, я руина. Миндаль хорош. Да, достойно. Да куда еще тырешь? У всех, причем у троих, жесть. Чё они делают? Они не дошли. Да ё-моё. А что за прикол? Мы опять все вместе. Миндаль, я к себе. Стоим на месте просто, правильно? Лучшая тактика. Бегать что-то куда-то, зачем? Ну, что суетиться? Встали, спокойно стоим. Сейчас всех собью нафиг. Сюда. Джек, ты чё там?
А у нас все равно подожди, не хватает. Подожди, ой, ключей. Блин, нет, я забыл, ё-моё. Да куда? Ты чего? Какой поймали? Вы что делаете? Я так хочу подарок. Давай, вдруг повезет. Не, не повезет. А чё сегодня нам вообще с этими подарками не везет? Ведь мы все попробовали по разу открыть подарок, и всем не повезло. Не понял. В смысле? А они хитрые жестко. Просто из коробки ключи вытянули. Там Кастада сидит, отдыхает в коробке, они ключи вытягивают. Арестуйте его, он плохо себя вел. Всё, конец. В смысле? Господи, какой бред. Вот это быстро, конечно. Вообще, спидран. Чё? А, мы в ничью играли в мини-игры. Прикол, первый раз вижу. Да и, конечно, маньяки победили. Джейсон там, Траппер, а это посередине Легион, наверное. Где моя шляпа? Шапку украли. Боты шапки воруют, жесть. У всех глаза, кстати, одинаковые. Эти глаза напротив. Какая приятная музыка здесь. Мы что, умерли? Попали в рай? А чё боты тогда тут делают? Чё он телевизор на голову нацепил, блин? Что за телевизороголовый? Новый скин на Пирамидыча. Да опять баклажаны. Почему только баклажаны все время дают? Что за бред? Надо, блин, было кинуть в них один баклажан. Не зря ж его дарят нам. Да, блин, опять воруют. Он еще и баклажан у нас украл. Да прикол, блин. А, получай телевизор. Ну хитро, хитро. Это, брат, это месть получается, реально. Ну все, боты, держитесь. На нафиг. Главное сейчас, чтоб Сэм ничего не выкинул. Туда его, правильно. Валяется. Так, задремал по дороге. Устал ходить. Ключи улетели вообще в бездну. Чё-то я не понимаю немного. Она тебя вверх тормашками встал. Ему еще один портал. Почему, когда мы выиграем, нам какие-то баклажаны дают дурацкие, а им порталы? Ну, у них хотя бы портал один с баклажаном. А у нас два баклажана дают. Ну, в смысле, теперь суммарно туда... месть, блин. Так, надеюсь, я сейчас добегу. Чел, уйди, не мешай. Опять баклажан, да дайте портал, ну вам жалко, что ли? Нет, этот баклажан каждый раз. Я люблю баклажан, отстаньте. На, ешь свой баклажан, приятного тебе аппетита. Кушай. Понял? Месть. Да ё-моё, блин. Надо было кактус использовать. Ты его убил, он тебя сбил. Вот она, месть. Да убирайте, теперь пасеку устраивают еще. Блин, стоит еще на моем трупе, капец. Понимаю. Достойно. Отомстили ботам. Туда их. Пусть не умничают. Ура! Кушайте баклажаны. Будете такие же сильные. И синие. Правильно. Туда их. Ой, капец. Лошадина. Смотри. Мне страшно. Уберите ее. Господи, что они там делают? Че, все, кушать пойдем? Давайте кушать. Всем приятного аппетита. А что это такое? Сыр? Пицца? Что это? Да, сыр. Да, это сыр. Ура, сыр. Ой. Просик. Да блин. Нифига у них там трупов. Вообще, ну, сейчас соберут коллекцию трупов и будут кушать. Можно заглянуть. Я там слышу себя, Вань, на стриме. Второй я. А, может, я рядом с микрофоном. Ваня, выключи меня, я не хочу себя слышать. Ваня, да выключи, я не хочу себя слышать. Не знаю, еще подожди. Попробуй еще раз. Мы че? Ваня, выключи, ну серьезно. Я там слышу себя, Ваня. Что выключить? Тут я не слышал стрим. У меня стрим даже не включен. А у кого дублируется-то тогда? Я не понимаю, откуда звук? Что? Шизофрения, что ли? Подожди, вот смотри, я сейчас отключаю микрофон. Нет, я себя все равно слышу. Когда это происходит, когда я говорю? Нет, вообще я вам сейчас микрофоны всем подключал, был только я. Понял? Звук, я сейчас с ума сойду. Что за бред? А во, все пропало. У меня, видать, это инет браузер баганул и звук включил. О боже, трэш. Я тут шизанул-то сижу. Че, там клоп летающий меня догоняет. Помогите. Гомункул идет. Нет, гомункулесник. Уйди. А, это зомби. Блин, я думал. А я думал, сова. Сейчас инопланетянин прилетел. Тыкал в глаз зомби. На глаз получай. Натыкал в глаз зомби до такой степени, что он у него шлетать начал, покажите. Сегодня праздник произошел на работе. У прораба дочка родилась. Как говорится... С днем рождения, друг мой, с днем рождения!
Поздравляю все тебя, друзья! Море счастья, радости, веселья! Все сегодня только для тебя! Для тебя! Для председателя! Он очень хороший человек! Смотрите, что там слизни делают. Они пытаются проникнуть. Они там соединились. Молекула воды получается. А как мне вылезти? Все замуровали. Помогите, замуровали демоны в подвале. Вот такие живут у стримера. У них главное шарики летит. У них тут уже сколько, четверо? Блин, ну Слава тут уже так дом хорошо обустраивает. Это мы такие бесполезные с тобой. Я бы еще понимал, как это, чего тут. Я что бегал, подумал, маме, че машешь? Упавшая звезда. Че, я загадываю желание, стрим каждый день. А ты меня оплачивать будешь столько же, сколько мне на работе платят? Нет. Ой, это что было? Гельминт летающий, жесть. Да что за гельминты? Да иди нафиг. Опа, гельминт умер, ха-ха, получай. Гель. Ну, гель это хорошо, очень хорошо. Гель для душа? Да, да, да. Гель нам понадобится. Шампунь, шеймензимба. Хорошее название, это адаптация в РФ. Капец, у нас тут слизняков. Фиолетовый, синий, зеленый. Я тебя скрафтил лук, ты где? Вот я тут рядом, привет. А как выбросить? Спасибо. Ты прям мне я голову дал, да? Неожиданный поворот событий, однако. Нежиженный. Нежиженный. А я же ожиженула. Вань, зацени, как тебе? Это я вижу, как мычак. Нифига себе, он как будто почти долетел. Че, давай ломаем дверь. Комар в доме. Как же хорошо, что этот джезл нашел. Крутой, крутой. Этот джезл просто имба. Птица какая-то. А, это сова. Зря написано, игрок. Ой, зря. А че музыка? Мы копались. А, это как... Это враги! Это было здорово, вообще достойно, я считаю. Че это за растение? Мне тут какой-то куст бьет. Злой дуванчик. Злой дуванчик, это что, Undertale? Блин, мне одна хпшка, я умер. Я надеюсь, в этот раз ты не создал хардкор. Создал. Террарию пытался поиграть, но так ничего и не понял. Мы тоже сначала ничего не понимали, но тут вроде более-менее сейчас... Как будто играем уже много лет. Вначале мы ничего не понимали. Нифига, ты куда полетел там? О, со мной дед поговорил. Я сейчас сдохну. Ой, это вышло очень случайно. Не понял, вот сейчас не понял. Пока что вторая версия меня дольше жила. Этот кактус такой, знаешь, такой, типа, вот мы к нему спрыгнули, а он такой, давай кольнемся. Я просто гуляю, просто вот так делаю. Наковальня помогает делать все, что ты хочешь. Все, что я захочу? Так, наковальня, дай мне денег. О, что это летает? А, это у тебя это акула? Акула, жесть! Я Валера Куруруру, я Валера Куруруру, я Валера Куруруру. Я Валера Туруру. Блин, случайно получилось. А что это со мной, кто бегает? А, это ты, Вань? Я думаю, что за мужик-зомби за мной бежит бородатый? Надо собрать железо тут. Ой, нифига! Песок упал. Что это было? А хотя над лавой можно построить, нет, чтобы ее пройти? Можно, по идее, да. Да, ой. Ты куда? Я задел случайно. Прыгнул в лаву. Ой. Ой. Потрясающе. Вот я так же. Ой, и все. Ой, я... Ваня шестой, привет. Да прям династия Вань какая-то. Да. Сейчас еще умрешь. Будешь Ваня седьмой. Ой-ой-ой. А, ловушка для зомби. Это что за призрак? Ваня, это ты что? Это я. Не пугай так, страшно же. Отойди. Ой, это что такое? Хотя может. А, ой, это бомба. Блин, Ваня седьмой умер. Можешь со мной пойти? Сейчас будет Ваня восьмой. Меня, кстати, плющит от жары. Кстати, а ты можешь костер сделать или нет? Сейчас посмотрю. Бегут, 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 бегут. А, понимаю. Ну, как понимаем, мы не выберемся. Я дома. Я говорил, я-то выберусь, а вот ты, Вань, не знал. Вань, нифига ты. Что за Халк-панк, блин? А чё мы вообще туда ходим все время, я что-то не понимаю. Вещи забрать. А, теперь, блин. Вань, оплачивай мне эти услуги телохранителя, а то что-то ходим, ты там пересоздаешь все время. А чё так быстро пошел? Чё так быстро побежал? Мы янтарь нашел, чё это такое? Инвентарь нашел? А, янтарь. Не, янтарь. Янтарь это янтарь. А чё? Янтарную комнату наконец-то нашел, капец крутой. Сейчас прыгай, сейчас прыгают, прыгают. Они не пройдут. Вань, ты чё мне там в голову тыкаешь мечом, зачем? Я в поддержку, там жук внизу.
Ой, Ваня, выпрыгивай, выпрыгивай, выпрыгивай. На, я же выпрыгнул нормально. Нет! Да блин! Ну чё за подстава, Ваня? Ну как ты умер-то? Ну так ты мне жука столкнул, и все, он меня потом толкнул. Ну спрыгивай, жук я потом услышал. О, нет, тут еще один жук хочет запрыгнуть. Нет! Нет, прячься, забаррикадируйся, Вань. Ух ты, ё-моё. А как мне нечем? Я говорю, пипец там жуков. Я жука копался. Собака. Собака? Не, мне кажется, как будто дождь такое ощущение в этот раз. Можешь сказать один? Один. А, подожди, у меня звук не включен на стриме точно. Подожди. Смотри, а что такое, как будто находится в сфере? Вот, камни. Вот, видишь, сфера? А, да. Ух ты. Ох ты, интересно, что же это такое? Ух, это что такое? Просто... Ой. И куда ты заполетел? Да я не знаю, что там тупой спуск вниз будет. Капец, дверями ходят, брякают. Порычи. Как там Звездных воинов называется этот волосатый йети?